В Приморье расширили перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на бесплатный земельный участок. Соответствующие корректировки в краевое законодательство одобрили депутаты Заксобрания региона на очередном заседании. Законопроект внес на рассмотрение губернатор Приморья Олег Кожемяка. Согласно поправкам, предлагается включить в число лиц, которым в льготном порядке может быть выделен земельный участок, участников специальной военной операции, особо отличившихся в ходе боевых действий. Доклад представил руководитель Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края Арес Давтян. Этот законопроект нами был подготовлен во исполнение распоряжения президента от 6 июня 2023 года. Данным законопроектом предусматривается предоставление бесплатно земельных участков участникам специальной войсковой операции, удостоенным званием Героя Российской Федерации, теми участниками, которые отмечены отдельными наградами, специальными званиями, а также членами этих семей, участников СВО, членами погибших семей, которые могут претендовать на получение земельных участков в соответствии с законодательством Приморского края.